Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о вулканах. Они завораживают, эти мощные силы, действующие внутри Земли. Вулканические извержения производят впечатляющие огненные фонтаны, раскаленные потоки лавы, облака пепла или бурлящие грязевые бассейны. Они формируют поверхность Земли и образуют новый рельеф. Уверен, что вы слышали о вулканах, а многие и видели. Но что такое вулкан? Возможно, это обычно гора, но только с динамитом внутри. А кто-то думает, что это гнев богов, ведь не может же гора на ровном месте устраивать такие фейерверки просто так. Да и гора ли это? Со всем этим обязательно нужно разобраться. И прямо-таки сейчас. Поехали! Что же таит в себе слово вулкан? Около 20 веков назад гористый островок в Средиземном море, неподалеку от Сицилии, начал извергать дым и огонь. Это странное явление люди объясняли тем, что в горе находится кузница, римская бога вулкана. Они считали, что облака пепла – это дым от кузнечного горна, а брызги лавы – искры от его наковальни. Они называли этот островок вулькано, от латинского «вулкано». А что в современном понятии представляет из себя вулкан? На самом деле, как говорят ученые-вулканологи, вулканы – это геологические образования, которые возникают над полостями в земной коре или коре какой-нибудь иной планеты, и через которые извергается раскаленная лава, обломки пород и вулканические газы. Раньше считалось, что из жерла вулканов раскаленные массы извергаются непосредственно из ядра Земли. Однако это не так. На самом деле происходит вот что. Раскаленные твердые породы поднимаются из мантии вверх. Давление при этом понижается, и небольшая часть пород начинает плавиться. Эти расплавленные породы называются магмой. Плотность магмы меньше, чем плотность твердых пород. Именно поэтому магма и выходит из твердых пород, как вода из губки. По трещинам в земной коре она движется наверх. Возле самой поверхности давление падает, отчего магма начинает пузыриться. Газы, которые были в ней растворены, начинают расширяться и выталкивают ее наружу через жерло. Магма, вышедшая наружу, образует лаву. А кто до сих пор думает и немного сомневается, что к чему, объясняю. Если вы когда-нибудь, открывая бутылку с газированной водой, очень сильно потрясли ее, то нетрудно представить себе, как извергается вулкан. Подобие газу, который затаился в бутылке, газы в раскаленной горной породе, называемой магмой, взрываясь, разрывают ее по частям, когда магма выстреливает из вулкана. Днище вулканической бутылки с газированной водой находится на глубине до нескольких сотен километров над поверхностью Земли. Там температура может колебаться от 600 до 1200 градусов, и некоторые из горных пород плавятся как масло на сковородке, стремясь вверх на поверхность Земли. Кратер вулкана – это углубление на вершине вулкана, напоминающая большую чашу или похожая на воронку, которая образовалась в результате извержения. У некоторых типов вулканов при взрывном извержении в результате провала вершины вулкана образуется широкая котловина. Эта котловина называется кальдера. Магма извергается по-разному, в зависимости от состава. Содержащая немного газов магма сползает вниз по склону в виде светящейся лавы, а богатая газами яростно извергается наружу. Пар, пепел и газы, извергающиеся из жерла вулкана, могут подниматься облаком высоко вверх. Иногда такое облако, насыщенное мелкими твердыми частичками, опадает, превращаясь в пирокластический поток. Горячее облако газа, пепла и пемзы, которое обрушивается с горы с головокружительной скоростью, сжигая все на своем пути. На склоне вулкана или в непосредственной близости от него могут расположены фумаролы. Это вулканические трещины, по которым из земных глубин выходит водяной пар и газы. Например, сернистый или углекислый. Однако для людей, находящихся в непосредственной близости от вулкана, а также для окружающей среды, для климата и воздушного движения, эти энергетические процессы формирования Земли сопровождаются опасностью и разрушениями. Непосредственные окрестности вулкана испытывают самые прямые последствия извержения. Выброшенный взрывом пепел рассеивается в воздухе. Вместе с вулканическими газами он мешает людям и животным дышать. Когда пепел падает вниз, он покрывает землю, включая сельскохозяйственные поля, дома, дороги, промышленные предприятия. Также потоки лавы могут запечатывать местность слоем породы. В случае крупных извержений, в тефра, так называется этот слой, может распространяться на сотни квадратных километров и накапливаться до толщины в несколько метров. Пирокластические потоки могут уничтожить дома и деревья. Если рыхлая порода вулканического сооружения соприкасается с водой, могут
могут образовываться лахары – это грязевые потоки на склонах вулкана, состоящих из смеси воды и вулканического пепла, пемзы и горных пород, разрушающие склоны, по которым они стекают. Если пирокластический поток или лахар достигают моря, они могут вызвать цунами, внезапное повышение уровня воды, которое приводит к резкому и обычно разрушительному затоплению береговой линии. А вообще ученые подразделяют вулканы на типы. Щитовые имеют пологие склоны и широкое основание, например, вулкан Узон на Камчатке. Стратовулканы имеют жерло, ведущее кверху из очага магмы, например, вулкан Фудзияма в Японии. Также вулканы классифицируют на действующие, извергающиеся последние 3500 лет, потенциально действующие, извергаются 3500-10 тысяч лет, потухшие, неактивные в течение 100 тысяч лет и условно потухшие, неактивные менее 100 тысяч лет. Извержения вулканов могут длиться долго, то есть от нескольких лет до столетий. Это длительные вулканы и кратковременные, в течение нескольких часов. Вулканы, извергающие газы, называют газообразными, извергающие лаву – жидкими, извергающие горные породы – твердыми. А еще бывают асфальтовые вулканы. Это вулканы, извергающие газ, нефть и смолы. Первые подводные асфальтовые вулканы были обнаружены в 2003 году в Мексиканском заливе. Участки морского дна площадью до 1 квадратного километра вокруг них покрывают слой асфальта толщиной до 20 метров. Вот это я понимаю, асфальтоукладчик. Большое число действующих вулканов находится на Камчатке, Курилах, в Индонезии, в Исландии, на островах Гавайского архипелага и в горных массивах Южной и Северной Америки. В этих местах расположились и самые активные вулканы. Так как с теорией мы разобрались, давайте же рассмотрим несколько из них поближе. И начнем мы с Азии. Почему с Азии? Да потому что Азия – самый большой и массивный континент мира, восточные границы которого насыщены сотни разнообразных вулканов. Практически большая часть Тихоокеанского огненного кольца растянулась от берегов Камчатки до Полинезийских островов. Именно здесь проявляют себя различные вулканические явления и самые разнообразные вулканы. Некоторые из них отличаются своей уникальностью. Азия главенствует по количеству так называемых вулканов-символов. Здесь находится самый активный, высокий, грандиозный и опасный вулкан – ключевая сопка, знаменитая священная для японцев японская Фудзияма и легендарный иранский Демавент. Самой активной зоной вулканов – все-таки считается Индонезия. Здесь находятся самые знаменитые крупнейшие катастрофические вулканы, такие как Тамбора, Керенчи, Семеру, Сламет, Руанг, Ало и Кракатау. Наиболее интенсивными вулканическими зонами можно отметить также Японию, где кроме Фудзиямы расположился еще один крупнейший вулкан – Асо, и Камчатку с Ичинской сопкой, Курилы и их высочайший Алаид. Еще на Камчатке есть Большая Ипелька. Отличное название для вулкана. Это щитовой вулкан на юго-западе Камчатки, на западном продолжении хребта Балаганчик. Вулкан между реками Карымчиной, Плотниковой и Удочкой. Неподалеку от вулкана находится конус вулкана Апала. Кого название зацепили, как вам вулкан Тятя? Буквально отец гора. По-японски Тятя-Даке – действующий вулкан на острове Кунашир, Большой Курильской гряды, на территории Курильского заповедника. На языке айнов, коренных жителей острова, вулкан назывался Чача-Напури – отец-гора, Тятя-Даке, что привело к русскому названию Тятя – отец. И это удачно совпало со смыслом первоначального айнского названия. Вот, например, Кихпиныч – активный, действующий стратовулкан в восточной части полуострова Камчатка. Вулкан Кихпиныч, очень хочется назвать его Кихпыныч, не так прост, как сосед Палыч. При основании вулкана в верхней части реки Гейзерной расположена так называемая Долина Смерти, обнаруженная впервые в 1975 году зоологом Каляевым и вулканологом Леоновым. Она имеет 2 километра в длину и несколько сотен метров в ширину. Среди погибающих здесь животных – вороны, лисицы, медведи, полевки, росомахи и трясогузки. Большинство погибает на участке размером несколько десятков на сотню метров. Причина смерти – удушье. В выходящих из земли газов большую часть составляет углекислый газ, много сероводорода. Эти газы накапливаются и оказывают медленное отравляющее действие. Есть свидетельства о присутствии более быстродействующих отравляющих газов, предположительно синильной кислоты, цианистого водорода и ее производных, которые также могут убивать птиц и млекопитающих, которые окажутся не
неподалеку, вызывая паралич дыхательного центра. Глубинки Азии таят в себе и очень малоизученные вулканические районы, например, Центральный Тибет. По утверждению некоторых ученых, в этих местах скрываются довольно высокие вулканы. А вот в маленькой Европе находится 6 из крупнейших вулканов мира – Этна, Везувий, Гекла, Стромболи, Вулькано и Эрайва-Йок-Кюдаль. Вулканы этой части света можно разделить на две группы. Первая. Самые известные крупнейшие вулканы мира, которым может похвастаться Италия, а точнее юг этой страны. Здесь находится, несомненно, первый по высоте активности в Западной Европе Этна. Очень активный вулкан, извержение которого происходит достаточно часто. Последнее было в 2019-м и практически один из опасных вулканов мира Везувий. Самый знаменитый, его чаще всего описывают в исторических данных. Последнее извержение в его истории было в 1944 году, а также действующие Стромболи и Вулькано. Ко второй группе можно отнести Исландию, ледяное царство и царство пламени, где происходит опаснейшее подледное извержение. На этом острове более 320 действующих вулканов. Здесь находятся крупнейшие вулканы Гекла, наиболее активный и непредсказуемый вулкан страны, и Эрайва-Йок-Кюдаль. Так вот, его пик Хванадальсхн Нукер – самая высокая точка страны. И, конечно же, не оставим без внимания высочайшую вершину России, входящую в список 7 вершин Европы – несравненный Эльбрус, извержение которого предсказывают многие ученые. А мы двигаемся дальше. Среди частей света Америка выступает в числе первых по количеству крупнейших вулканов. Всего их насчитывается 19. Из них в Северной Америке 12, в Южной Америке 7. Весь западный берег Америки усеян вулканами, правда, с некоторыми перерывами. Аляска – самые высочайшие горы Святого Ильи и Врангеля. Там же вулкан Катмай извергнулся с огромной мощью в 1912 году. Сеть обширной вулканической области в штатах Орегона, Вашингтона, Айдахо, Колорадо. Здесь-то и находится Йеллоустоун – потенциально мощнейший вулкан мира, из-за которого предрекают конец света. А в Африке, помимо жирафов, слонов и бегемотов, также присутствуют вулканы. Горные местности африканского континента складывались в разные гигантские геологические эпохи вулканических явлений. Великий африканский разлом проходит около восточного берега континента, начиная с северных стран Судана и Эфиопии и до юга практически ЮАР, и отличается яркими проявлениями вулканической деятельности. Именно здесь найдены древнейшие места обитания и зарождения человека. И здесь же неподалеку находится самая гигантская гора – вулкан Килиманджаро. Поистине она олицетворение Африки, высочайшая гора, гордая и одиноко возвышающаяся над миром. Еще одним выдающимся вулканом этой страны выступает вулкан Лингаи, единственный в мире извергающийся черной лавой. Можно отметить, что вулканизм немало своей деятельности вложил в зарождение Эфиопского Нагорья и известных там вулканов Далол и Эрта-Але, а также горной цепи Рувензори и второму по величине в Африке вулкану Кения. А как у нас дела обстоят в Австралии? Австралии, по сути, это самое безопасное место в мире в плане вулканической деятельности. Но это если считать ее континентом или материком, а еще как часть света с островами Океании и Полинезии. Ее можно считать мощным вулканическим регионом. Они буквально расположились на вулканах огромного Тихоокеанского огненного кольца. Самый высокий вулкан этой части света – Гилуве, находится на востоке Новой Гвинеи. Немало интересных вулканических объектов и на территории Новой Зеландии, находящиеся в основном на теплом северном острове. Здесь находится самый активный действующий вулкан Руапеху и вулкан Таранаки, что в национальном парке Эгмон. Еще здесь же, примерно в 130 году нашей эры, произошло мощнейшее извержение вулкану Таупо. Ну и, наконец, Антарктида. Как бы кто ни удивлялся, но на самом холодном континенте вулканы присутствуют. Эребус – самый южный действующий вулкан на Земле. Высота 3794 метра. Расположен на острове Росса, где имеется еще 3 потухших вулкана. Постоянная активность вулкана наблюдается с 1972 года. Институт горной добычи и технологий штата Нью-Мексико, США, организовал здесь станцию наблюдения за вулканом. В кратере вулкана имеется уникальное лавовое озеро. Вулкан был назван в честь Эреба, древнегреческого бога, родившегося из хаоса,
Вулкан Эребус находится на пересечении разломов земной коры и является одним из активнейших вулканов планеты. Из этих разломов периодически происходят мощные выбросы глубинных газов, в том числе водорода и метана, которые достигают стратосферы и разрушают озон. Минимальная толщина озонового слоя наблюдается как раз-таки над морем Росса, где расположен вулкан Эребус. Вроде и все части света осмотрены, и во многих вулканы мы заглянули. И какие выводы мы готовы сделать? Скорее всего, извержение вулкана, пожалуй, очень серьезная опасность для человека, когда можно отравиться вулканическим пеплом или остаться в полной изоляции от солнечного света, а также быть погребенными под потоками лавы. Но несмотря на устрашающую силу и мощь вулканов, это явление природы не перестает притягивать к себе людей для изучения этих гигантов Земли. И после просмотра многие из вас почувствовали и открыли в себе нового вулканолога, ну или хотя бы получили удовольствие дотронуться до горяченького, не опасаясь за свое драгоценное здоровье. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал «Планета Земля».